Самосвал перевернулся в пригороде Фокино. Причиной крушения стали ямы на дороге и неудачный маневр встречной фуры. Подробнее об этом в следующем сюжете программы. Авария произошла поздно вечером 11 октября в Домашлино. Многотонник, перевозивший уголь, завалился на бок, рассыпав свою поклажу. По словам шофера самосвала, крушение произошло по вине встречной фуры, которая пыталась объехать огромные ямы на мосту. Водитель тягача с полуприцепом выехал на встречку, и сделал он это резко, в надежде успеть вернуться на свою полосу, так как впереди сверкали фары встречного автомобиля. Однако завершить полностью свой маневр ему не удалось. Тягач благополучно объехал ямы, а вот прицеп не успел и оказался на пути самосвала, перевозившего уголь. Водитель углевоза, чтобы уйти от столкновения с прицепом, резко свернул вправо. Махина на скорости снесла на мосту перила, вмяла в землю направляющий столбик и съехала в кювет. Фура, как ни в чем не бывало, продолжила свое движение дальше, а вот самосвал завалился на бок, рассыпав в канаву весь уголь. К счастью, шофер не пострадал. Чтобы вызволить из западни самосвал, потребовалась помощь крана. Но прежде рабочим пришлось с помощью экскаватора перегрузить весь уголь в другую машину.